Йоу, с вами Блейдар 2, не один. И мы играем в Assassin's Creed. Я тот, кто прогонит разрушителя. Origins. И неожиданный босс батл. Яд! В сюжете я решил его написать, потому что походу он очень красивый был. Сражаемся мы с змеей. Пока. Пока даже не представляю как. Ага. Понятно. Ты не сожрешь мое сердце! Защити! Драться я могу только руками, потому что, скорее всего, это его сон, но это не точно. Это будет уязвим. Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо. Так, так, яд. Оп. Это опасно тут. Уже очень опасно. Я тот, кто прогонит. Ой-ой. И ступенька там я не пройду. Не хранит святилище. Чек. Давай, респаунся. Блин, ну если бы это была моя экипировка с моими жизнями. Легче, конечно. Тоже похоже на God of War, так вы знаете. Первую часть. Ну, а мне жизни все-таки зареспаунились. Это хорошо. Я уж думаю, что они будут. Ты не сожрешь мое сердце! Змеюка. Прикольно же, кто мог подумать, что в Assassin's Creed Origin есть босс батл со змеей, вот представьте, с большой громадной змеей, такой необычный. Хоть раньше ассасины были не такие, кстати, интересные. Я должен сказать, что это самый лучший ассасин, который я играл, честно. Вот. Да, остальные ассасины тоже неплохие. Но они все относительно однотипные, если так подумать. А это прям глоток свежего воздуха по сравнению с остальными. И теперь это РПГ. Кстати, этот бой со змеей немного мне напоминает. Помните, в Final Fantasy там тоже змея была. Еще я помню, очень тяжелый с ней босс батл был. Кто-нибудь вспомнит, наверное, кто играл в девятую. Мое время не пришло! Пока я ориентируюсь только по звуку. Здесь не проиграем. Апоп разрушит то. Кстати, у нее мало жизни, у меня мало жизни, так что 1-1. Классное замедление. Нет, я не отправлюсь в долину тьмы! Вот так вот. Долина тьмы. Это не очень понятно, кто это за меня. Кора направит меня! Как-то связано с царством мертвых. Такое. Вообще, это дико напоминает все God of War. Ну и Final Fantasy 9. Потому что бой с змеей. Не спрашивайте, почему. Да, не Final Fantasy 15, потому что там тоже есть змея, но это и там не такая змея. Знай ярость Бога Солнца! Блин, ну неплохо снимать всем ядом. Центр, нет? А, нет. Мое время не пришло! Быстрое не значит хорошего. Теперь ты падешь!
вроде как. Вот папа с землей. Закончил. Дыдыш. Скидыш. Интересно, как я понимаю, это его сон, а на самом деле, что происходило в этом момент. Надеюсь, нам покажет сейчас, и мы узнаем, что было именно в этот момент. Я пока пахну гладную водичку. Плывем, плывем. Одна из ачивок — проплыть дофига. Ну там проплыть, пробежать и пройти пешком. Я как раз проплыл меньше всего, наверное. Это довольно красиво. Вообще, это еще напомнило мне Dark Souls. Там тоже красивые такие пейзажи, когда с боссом сражаешься. Особенно после победы. Ну или когда дерешься с ним. Даже, блин, не совсем Dark Souls, Bloodborne, да. Немного обманул вас. Но это не точно. Ну и что? Сейчас мы узнаем великую тайну. А может и нет. Огонек, огонек, твои псы. А, это его сердце, да-да-да, точно, точно. Сейчас ему опять померещится его убитый ребенок. Или нет? Или да? Сейчас мы узнаем. О, ассасин в траве. В колосьях. Россия. Ассасин в России. Я убью скорпиона из лука. Нет. Скорпион может убить тебя, потому что он может сделать get over here. О, показался. Вон он там, бей его. Тыщ. То есть вы тоже иногда видите что-то, да? Вот он где-то тут, но это не точно. Блин, ну туда бежать. Смотрим пафосно вокруг. Ну и фиг с ним, бежим к солнцу. Восславь солнце, ассасин. Что ты видишь? Точно, сено. Ничего нельзя юзать, даже не открывается старая добрая экипировка. Добрая старая. Старая добрая. Сохранение. Обычный момент. Не, все-таки красиво они сделали. В этот раз они постарались прям. Не, горжусь им. Не зря купил за 1200. Это я купил за 1200 на PlayStation 4. Повезло. Сейчас даже по распродаже она стоит сколько? 2700, по-моему. Удача. Сейчас... Кто смотрит это видео, кто не смотрит, извините. Кто смотрит в видео, можно 5 блюреев купить. Объединяйте в один заказ 5 блюреев, и они получаются намного дешевле. Попробуйте. Эта акция действует недолго. Я точно не знаю, но либо до 30 числа, либо до 8 января 2018. Так что попробуйте сейчас. Берете 5 блюреев, можете даже прийти в видео, как мы это сделали, взять 5 блюреев, и вам скинется с каждого там половину почти. Они вернулись, спаслись от того, кто призывает тьму. Мой ребенок жив. Хвала богам. Что ты видишь? У вас с ней один и тот же враг. Да ладно. Не ешь пищу из храма, готовящий ее, травит твое чрево плотью мертвых. Иди, убей отравителя, избавь Мемфис от его черных дел. Черные дела.
Много расизмом попахивает. Хвала тому, кто спасет всех нас. Зачем он так делает? Захочешь поговорить о своем видении? Дерзкий, приходи, да? Когда наступит момент. Спасибо. Не знаю, зачем я это сделал, но меня это угарнуло. Так. Тут этот выход. Вот, ребята, я застрял здесь. Здесь все такое похожее. Все, я вышел. Это было легче, чем я думал. Ей! Вот этот вот сюжет, который будет сейчас. А я. Любимый. Это его жена, кто не знал. Как ты? Как же я рад тебя видеть. Прикольно, если бы он сказал, но это не точно. Что-то странное есть в твоем взгляде. Что мучит тебя? Сны. О сыне. Байк. Жену верховного жреца отравили. Кстати, провидец похоже. Считает, что Байок. Ее отравил наш враг. Байок. Ящерица. Да-то Байок. Думаю. Жизнь быка Аписа тоже висит на волоске. Написано. Отправимся в храм. По пути сможем поговорить о твоих снах. Идем. Возьмем лодку, так быстрее. Ах, ну ладно. Ну, как, расскажи, тебе... каково это быть меджаем всего Египта? Порой это все равно, что следить за муравейником. Но я рад помогать людям. Неожиданно. Я тоже. Неожиданное предательство. И рада, что служу царице. Говорила с верховным жрецом? Да. Рассказала о прибытии царицы. Она едет в Мемфис? Да. Изгнанница возвращается в сердце Египта. Это насторожит Птолемея. Кстати, не Ордова, по-моему, ускоряется. Как я счастлива, да? Тебя видеть, Байк. А я. Байк. Только ты еще греешь. Блин, мое откуда сердце. Он взялся вообще? Ты что, не заметил? Но я обязана служить царице. А как же мы? Наши узы прочны. Же. Но мы оба видели, что сделал Орден. Мы можем бороться плечом к плечу. Я обещала царице. Почему она так важна для тебя? Да, кстати, что им еще? Она поднимает мой взор к небу. Сейчас. Я буду помнить о нашей утрате. Вечно. Но я должна создать мир, далекий от бед и скорби. Чтобы ни одна мать никогда не страдала так, как страдала я. Я убью ящерицу и... Когда ты убьешь ящерицу, я покину Мемфис. Ну, и я за тобой. Поохотимся так же, как раньше. Ты говорил, что твой разум тревожит сны. Хочешь о них рассказать? Нет. Стой. К чему тебе быка? Так мы все-таки быка еще. Но когда-нибудь мы поговорим о них. Позже, когда все уляжется. Когда все уляжется. Когда же? Так. Все-таки это бык? Нет, ящерица. Ящерица сейчас. А, еще ящерица и крокодил. Все, вопроса больше нет. И когда же? Скоро. Надеюсь. Есть. Эй, стоять! Разойдись! Чё ты? Дожди, да? Мне кажется, так не стоило делать. Либо так... Моя ошибка. Ну не... А! Фига он меня... Присанул прям. Фус! Рада! Он не ожидал этого. А? А? Да, и я тоже. Давай, иди сюда. Вот ты где! Ра-да! И теперь Р1. Р1. Квадрат! Давай, иди сюда. Застал, да? PvP. Почти. Но, нет. Извини, конечно. И ты. Если я. Куда ты?
засал. Подождите, у меня есть лук с самонаводящимся стрелами. Давай, давай. И... Yeah! Вот это просто эпичность. Пойду стрелу заберу. Не. Эй, пойду пока что. Мне нужно забрать мою стрелу. Нет, не лошадь. Не лошадь. О, наверное, я ее забрал. Да, я ее забрал. Моя великая самонаводящаяся прячемся в траве стрела. Так, все и задумаю. Так, все и задумаю. Пампери-ри-ри-ри-пу. Ассасин. Скрит. Оригинс. Глориджинс. С вами Дейдар 2 и не один. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не будьте девочками. Классные советы, да? Не ожидали, да? Теперь будем сидеть вот такой. Идея. Поспешим, милый. Ну, блин. Что-то пошло не так. Подождите. Да почему? Случайно не то нажал. Поджигайся, гори. У него горит нога, но он сам не горит. Печально. Вау, это я походу удачно так сделал. Вы посмотрите, сколько там. О, стой, что-то тут рядом. Что-то близко. Опа. Еще не хотели мне. Эп. Секретный ход нафиг не нужен. Вот спуститься вниз. Только вперед. Ну, я же... Нет, я пойду вниз, я должен собрать это сокровище. Иначе я не истинный ассасин. Подумал Юран. Тек. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. На. 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 Слишком далеко. Подождите. Я же все собрал. Странно. Ту-ту-ту-ту. Опа. Я не знал, что так. Ну, я тут был, походу, ребят. И где же мои сокровища? Не ищу легких путей. Как вниз спуститься? А, будем надеяться, что мы спустимся вниз. Ну, это блин. Жалко, все двери так не открываются, да? Чё они говорят? Ты чё, где русская озвучка? Не, иди ты. Да, я дурю. Я дурю, дурю, дурю. Да, Эльхарм. Блин, стойте. Что-то я... Вообще, тут же она. Она где-то здесь. Ё-моё. Странно, что там был охранник, и ему было пофигу. Пойдем, нужно спешить. Пойдем, пойдем. Йо. Let's go. Все нормально. С чего начнем? Пойди осмотри храм. А я поговорю со жрицами. Конечно. Ну, вот. Грязная работа мне. Надо посмотреть на быка. Башарин так велел проверять воду для быка.
Только умер или еще жив. Твоя шкура потеряла блеск сияющий. И бока сюжет. Дай Хатор тебе сил. Попал. Подношение для быка. Не опасно. Вдруг опасно. Откуда он знает? Откуда он знает? Опасно или не опасно? Твоя шкура потеряла блеск. Дай Хаторти. Да. Опа. Нашел. Пища для быка. Остальная, наверное, в этом сарае. Ой. Косточки. Если быка Аписа кормили ими, ясно, почему он болен. И ожирение. Я помню, на одной из жриц было похожее. Посмотрим, может, у второй нет украшения на шее. Приветствую. Так я и знал. У одной из жриц нет ожерелья. Давно вы служите в этом храме? 2 месяца с тех пор, как избрали быка. Я служу Клеопатре, и она желает Апису процветания. А, я просто подслушал разговор. Хитрый способ отравить животное. Сестры, я уверена, это случайность. Одна может, но не Буши. Мы спасали Панкрата! А? Кого? Нашего брата! Злодеи похитили его, когда мы зашли на рынок. Они велели нам отравить бога. Грозили скормить брата крокодилом, если... С тех пор мы не можем сомкнуть глаз. Мне так жаль. Но как иначе? Мы бы... Что-то не так. Это не проклятие. Это явно дело рук Ордена. Вот так вот. Бедного бычка отравили. Сволочи. Я не могу оставить жребий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. О, я. О, чего? Ничего личного, это просто неудачно стоял. Папам, 24 левел. У меня. Уи, плюх. В общем, у меня Джоджо скачался. Игра. То есть я купил Джоджо игру. И я смотрю Джоджо 4 сезон уже. Я поиграю в Джо. Что-то с голосом. Ну не беда. Стрепсилс есть всегда. Это точно. Вот так. Так, нечестно, я не был готов к этой атаке. А ты готов к этой, да? А? А к этой? А, почти получилось. Так пафосно было. Сейчас не пропустить удар. Еще проиграю. И суперудар! Смерти! Опа! Так, нечестно нападать на чувака. Вот так вот. Смотри. Почему он не работает? Что-то зажимаешь треугольник, и я должен кинуть бомбу. Вот. Что за... Игра не дает мне сделать то, чего я хочу. Ужас. Ну и фиг с ним. И так сойдет. Ну ладно, ребятки, пойду я здесь искать сокровища и проходить сюжет. А с вами был Дидар 2, а не один. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, играйте в хорошие игры.